Джонсон. Да, кстати, Тони Джонсон все-таки очень опасен для Дениса. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a striker. He stands 185 centimeters tall. His official weight, an even 124 kilos. His pro record stands at 12 victories, opposite a single 4 defeats. Fighting out of Nashville, Tennessee, USA, here is Tony the Hulk Johnson. His opponent fighting out of the right corner. He is a combat sambo practitioner. He stands 200 centimeters tall. His official weight, 118.9 kilos. His pro record stands at 13 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Nora, Estonia. Here is Dennis Smoldarev. Дорогие друзья, перед этим боем я специально зашел в раздевалку поговорить с Денисом. Значит, первое главное, что он мне сказал, это он передал, попросил меня передать своей супруге и своей матушке, чтобы они не беспокоились. Он готов. Да, по поводу готовности. Соперник-то был не готов, и Тони Джонсон, как мы знаем, не влез в вес. Тони Джонсон не влез в вес, но Денис все равно дал согласие на поединок, и Тони Джонсон все равно выступает, и состоится. Ну, останется с частью гонорара. Да. Ну, это вполне обычная практика, поэтому секреты из этого делать не стоит. Итак, смотрим. Готовился Денис, соответственно, в Москве, где мы, в принципе, с ним познакомились. Вместе с Димой Сосновским, Александром Гладковым, Богданом Гуськовым, ну и всей этой известной компанией. Соответственно, к чему, а к партеру он готов должен быть. Меня удивило немножко, что он сейчас бросился вперед. Но Денис, он вообще чем интересен? При том, что он тренировался, наверное, довольно многих местах. Мне кажется, что именно процесс формирования у него прошел без особой такой тренерской поддержки. Автономно. Да, довольно автономно. История знает очень успешные примеры, таких как бойцов, как Александр Шлеменко, например, который, потеряв своего выдающегося тренера, в свое время не стал находить себе кого-то нового и повел свою карьеру дальше сам. Равно как и за собой своих учеников Александра Сарнавского, Андрея Корешкова и многих других. И успешно выступал. Кстати, выступает сейчас. Когда мы общались с Денисом, у меня, в общем-то, сформировалось такое же ощущение, что он боец все-таки в меньшую степень, полагающийся на опыт. На опыт других людей, и, в общем-то, можно это понять, потому что техника у него довольно самобытная. Она во многом характерна для самбистов, дзюдоистов, но все-таки надо сказать, что определенный чистый его след он очень красавец. Еще стоит сказать, что он физически очень силен. Да, ну, сейчас Тони Джонсон показал, что он тоже не слаб, и, в общем, соперника на канвас перевел. Да, перевод есть, но я думаю, что Денис Хавгар позиция тем временем. Да, может попробовать сейчас выйти в лучшую позицию, например, пробить руки под руками Тони Джонсона и попробовать уйти, соответственно, скрутиться под мышку. Ну, это как вариант. Да, Тони Джонсон, между тем, очень рационально и правильно и грамотно использует локти. В этом плане, да, Тони Джонсон боец скучный, но эффективный, это надо понимать. И обладающий все-таки очень серьезной физической подготовкой Денис, в принципе, должен совершить неплохо. Тем временем садится в маунт. Пропуская треугольник. Да, и здесь может его с этого ракурса не очень хорошо видно, насколько плотный захват, и сейчас смещается в правильную сторону Тони Джонсон. Победа. Разгадали Дениса.
Все лучшего. Всего остального уже, пожалуй, хватит. Денис, побеждай. Делай выводы, дорогие друзья. Я думаю, что для него это только самое начало. Tony Johnson, welcome to ACA. What a finish that was. Many felt that with the styles, especially his combat sambo background, maybe he'd keep it at striking distance, but you took him down, you switched your hips, got on top, and then talked me through that finish. Добро пожаловать в ACA, великолепный поединок. У оппонента есть бэкграунд в самбо. Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось все-таки его пересилить? Yo, I want to keep it standing. But at first, you know, he's not taking me down, so, well, let's grapple. I've done it since I was 4 years old, so you want to play that game? Let's play that game. I got on top, half guard, hit a couple of elbows. He brought his arm over, I saw it, finished him. Я хотел сначала проводить свой поединок в стойке, но затем мы перешли на землю. Была позиция half-guard, я начал отрабатывать локтями, и в итоге поймал оппонента на удушающий. And there was a little bit of a history with this fight over the last few days. How much sweeter does this make this victory? Well, it made it so much sweeter. I had to give him a little something, but I got my victory back. Дело в том, что этому поединку предшествовала небольшая история, и Тони Джонсон говорит, что вот эти обстоятельства они сделали эту победу еще более сладкой. This heavyweight division is wide open. You've just made a real statement with that finish. How far off a title shot do you believe you are? Ты уже заявил о себе в тяжелом весе и наверняка пойдешь дальше. Расскажи, пожалуйста, о своих ожиданиях в этом дивизионе. I'm hoping I'm real close, but I don't care who you are. ACA calls me. Let's go. Sign a contract. Let's go. Anybody. Мне все равно. Мне все равно, кто будет дальше. ACA вперед. Давайте подеремся с кем угодно. Welcome to ACA. Poland. I love you guys. Thank you. Give it up. Tony Johnson. Ура. So we look at в данном случае решающий. Вспомнили слова Харлампиева: если не плод.